Good night, ladies and gentlemen, Show 25 with you. Доброй ночи, дамы и господа, с вами Show 25, сегодня у нас эксклюзивное уникальное прохождение теории хаоса на Nintendo DS с помощью эмулятора MelonDS 9.2, версия 9.2, это обязательно там работает Wi-Fi. Вы можете запускать одновременно два одинаковых эмулятора или же две разных настройки. Итак, для того, чтобы создать кооперативную игру, мы должны либо сначала создать хост, потом уже присоединяться к игре. Итак, вот как выглядит человек, который присоединяется к игре в эмуляторе. Второй человек должен его законнектить, и он становится хакером. Он может менять стороны, но не может менять модификацию и игру саму, то есть карту. Сейчас тогда я продемонстрирую, как же на самом деле должен быть хост у нас. Итак, вот, собственно, мы делаем хост и коннектим игрока второго. И вот мы играем уже за штурмовика. Ассалт и хакер. Итак, кооператив. У нас есть выбор менять стороны. Мы можем спокойно менять стороны. Что один игрок, что второй. Итак, этот у нас получается штурмовик агент 2. А хакер у нас имеет, как у агента 1, эмблему синюю. Но у них выглядят они как агенты ShadowNet в режиме Versus. Итак, по настройкам у нас выбор, собственно, игры. Это у нас, сейчас мы вернемся к этому. В миссии крыши, этот самая авария, коррупция, тюремное спасение и побег. 5 миссий. Первая миссия состоит из вот этих трех кусочков. 1, 2, 3. То есть, а вторая миссия состоит из двух кусочков. Итак, мы можем также выбрать командный режим Версуса. Но тогда мы будем уже шпионами, а второй игрок будет за наемников. У нас также есть смена сторон. Значит, по настройкам у нас миссия. Здесь всего 6 миссий. Это офисы, гараж, музей, это самое, особняк, склад и лаборатория. 6 таких маленьких мини-миссий. Но нас интересует сейчас кооперативная игра. Мы выбираем кооперативную игру и начинаем стартовать. Корпорация Argus является главным подозреваемым в похищении американского полковника Джеффа Трейсона. Мы не знаем о его нынешнем местонахождении. Агенты ShadowNet были направлены в предполагаемую штаб-квартиру. Проникните в их серверную и соберите данные о возможном местонахождении полковника. Добро пожаловать в Нью-Йорк, агенты ShadowNet. Ваша миссия состоит в том, чтобы проникнуть в здание корпорации Argus, чтобы извлечь данные с главного сервера. Ну а все брифинги мы получаем от Ламберта. Ваша команда состоит из штурмовика, опытного в бою, и хакера, элитного компьютерного взломщика и эксперта по скрытности. Эта миссия может быть успешна, если вы оба будете работать сообща. Удачи! Значит, никаких задач мы здесь не увидим, только вводная составляющая в виде голосовых сообщений от Ламберта. Итак, давайте перейдем к нашему обзору снаряжения оружия у штурмовика. Итак, что имеет штурмовик? В первую очередь, это очень важно, и, значит, абсолютно все снаряжение будет на протяжении всех миссий одинаковое. Штурмовик ShadowNet, значит, имеет режимы ночного и инфракрасного видения. Вот так вот тепловое зрение выглядит, ночное зрение. Пользоваться я ими не хочу сильно, не собираюсь. Насчет снаряжения. У него есть пистолет 5.7,
30 патронов. Значит, гранаты осколочные. 3 гранаты, 3 штуки. Аптечка. С помощью этой аптечки он может лечить как себя, так и своего напарника в течение 30 секунд, если его тяжело ранили. Винтовка СИ-20К на 30 патронов, а также 3 мини-камеры. Камеры-липучки. Ну вот, пожалуй, это вся его снаряга, которую мы имеем. Теперь мы перейдем к хакеру. Хакер у нас, как можете видеть, он не имеет никакого режима ночного или инфракрасного видения. Но зато у него есть другое оружие, другое снаряжение. Итак, это у нас электрошоковое ружье. Оружие, которое стреляет высоковольтным разрядным устройством, которое прилипает к цели и выпускает парализующий разряд. То есть электропатроны. Бесконечные электропатроны. У него в снаряжении одна аптечка и электромагнитные гранаты. 3 штуки электромагнитных гранат, а также 3 световые гранаты. Ну вот и все снаряжение, которое он имеет. Итак, ребята, инструктаж мы завершили. Переходим непосредственно к выполнению нашей миссии. Возвращаемся к нашему первому агенту-штурмовику. Только он может сократить электрические панели. Для того, чтобы открывать двери, отключать лазеры и прочее. Мы можем прервать процесс, тогда он продолжит взламывать с того места, с которого он остановился. Ну а пока наш штурмовик взламывает электрическую панель для того, чтобы открыть двери, мы переключаемся на агента хакера и пробегаем уже открывшуюся нам дверь. И только хакер может взламывать компьютеры. Один не может делать одного, второй не может делать другого. Ну а пока наш хакер взламывает компьютер для того, чтобы открыть нам двери, мы переключаемся обратно за агента штурмовика. И пробегаем в открывшуюся уже нам дверь. Делаем финтушами. Сокращаем наш процесс геймплея. Аккуратнее не упадите вниз, иначе вам придется подниматься снова. Вот это небольшая яма. Экономим наше время. Ну а теперь нас ждет долгое ползание по вентиляционным шахтам. К сожалению, это отнимает очень много времени, поэтому нам нужно как можно быстрее его сокращать. Ну и как вы уже поняли, как вы уже, наверное, догадались, нам предстоит перейти на другую сторону, пробраться в противоположное здание. Учтите, если спрыгнете вниз, погибнете, умрете. Миссия завершится провалом. Сделаем финтушами и карабкаемся по канатной веревке на другой противоположный конец здания. Кстати, больше таких веревок здесь не будет. Всего на этой миссии 3 охранника. Приманим одного из них нашим шумом. Итак, вот он остановился. Так. А мы тем временем пробираемся через это окно. И заходим к нему за спину. Захватываем его, берем за горло, за шею и оглушаем. Убийство, оглушение или же вы просто захотите пройти мимо, ни на что не повлияет в этой миссии, равно как и поднятие тревоги. Но учите, что поднятие тревоги... Поднятие 3 сигналов тревоги приведет к провалу миссии, и вам придется перепроходить все заново. Но, как я уже сказал, ни на что это не повлияет, так как финальной статистики здесь попросту нет. Вы попадете, вернетесь обратно в лобби и будете играть следующую миссию. А вот с этими охранниками придется немного посложнее. Здесь их двое, они стерегут крышу и лифты непосредственно. Один из них состоит прямо на крыше лифта. Вы можете посмотреть здесь отсюда. Здесь открытые окна в вентиляционной шахте. И, как вы уже поняли, добраться до него не получится. Его можно лишь убить с дальнего расстояния. Но мы этого делать не будем. А охранники здесь довольно-таки умные, поэтому если вы приманите одного и захватите его за шею, второй это мистическим магическим образом
заметит и начнет открывать по вам огонь. В том числе он поднимет тревогу. Поэтому избегайте этого момента. Не дайте застать себя врасплох. Итак, кажется, один агент отвернулся, да? И вот он стоит. Вам нужно выждать момент, когда агенты не будут смотреть на вас, на ваш угол. В частности, агент сверху должен идти в противоположный конец, а агент снизу должен вернуться обратно в то место, куда он на нас сейчас смотрел. Вообще, происходить это должно немножечко быстрее. Тут, видимо, рандомные точки прохождения, хождение вперед-зад, но ничего страшного. Растягивание геймплея, так называемого. Вот, собственно, этот охранник отворачивается, и мы пробегаем... давайте возьмем вторую веревку, продемонстрируя вам, что находится с другого конца. Вот мы пробежали, и нас не спалили. Спускаемся вниз. Да, теперь нас ждет долгое карабкание вниз по веревке. Но мы можем также и спрыгнуть, потеряв здоровье, или же ухватиться вот за эти балки. В принципе, мы тоже потеряем здоровье, но мы можем прыгать на них, спрыгивать вниз, и все будет хорошо. То есть мы можем просто спрыгнуть вниз и потерять приблизительно 90% здоровья. Но в этом случае мы все равно выживаем. Итак, наш агент-штурмовик уже у цели. Первый кусочек миссии заканчивается именно здесь. Он обрывается. А вторая миссия, авария, начинается именно с этого места. Но... мы вынуждены переключаться на нашего хакера. Итак, вернулись мы к нашему агенту-хакеру. Чтобы успешно завершить миссию, оба агента должны быть в одной и той же точке. Конечной, исходной точке. Иначе миссия попросту не завершится. Итак, мы освободили путь для нашего хакера, и хакер начинает прокладывать себе дорогу. Он повторяет тот же самый маршрут, что и штурмовик. Идет к лифту. Учите, что эта версия на Nintendo DS и версия для Engage очень сильно отличается от версии Nintendo DS. К сожалению, поиграть через Wi-Fi не представляется возможным на эмуляторе, он просто не работает. Там, видимо, Bluetooth, а здесь Wi-Fi. Итак, у нас эмулятор Melon DS, и мы играем в игру от Nintendo DS. Splinter Cell Theory House. Кооперативную кампанию для двух игроков. Миссия крыши. Да, надо было использовать, наверное, другую веревку, чтобы продемонстрировать больше наглядность геймплея. Но я думаю, это ни на что не повлияет. Так как мы уже обезвредили одного охранника, здесь никто его здесь обнаруживать не будет, тревоги не поднимутся, так как кусочки этих миссий очень маленькие. И вот наш агент-хакер пробирается снова по вентиляционным шахтам для того, чтобы встретиться со вторым агентом. Делаем мы, конечно, это долго, нудно и скрупулезно. Ну, здесь ничего не поделаешь. И эти вентиляции вам еще встретятся несколько раз, и придется очень долго в них проторчать. Кстати, с этого места вас тоже могут случайно спалить, даже если вы ничего не делали. Итак, вот они, кстати, возвращаются на свои места. Они отворачиваются. Так, аккуратненько подходим к веревочке и начинаем спускаться вниз.
Аккуратнее делайте это быстро, чтобы второй охранник вас просто не заметил. Ну, а теперь нас ждет долгий спуск вниз. Да, и учтите, чтобы случайно не спрыгнуть на голову вашему партнеру и не ранить его тем самым образом, вы должны выбирать место, куда вы будете спрыгивать. Или же отходить, для того, чтобы второй напарник ваш мог спокойно спуститься и вниз спрыгнуть. Собственно, один лифт здесь закрыт, а второй открыт. Здесь нет никаких выборов, какой лифт вы будете выбирать. Ну и вот, собственно, миссия уже завершается. Мы прыгаем вниз. Хорошая работа, парни. Пора спускаться вниз. Ну вот и все. Первый кусочек этой миссии выполнен. И мы возвращаемся, попадаем обратно в наше главное меню. В лобби, в меню выбора миссии. А мы, ребята, переходим ко второму кусочку миссии «Авария» или «Брейкдаун». Агенты ShadowNet успешно проникли в здание и получили доступ к лифту. Они направляются в серверную, но все идет не так гладко. Я вам зачитываю брифинги с экрана, так как они очень быстро прогружаются. Агент ShadowNet. Какого черта? Питание лифта отключилось. Забавно, что больше реплик от агентов не будет. Ламберт. Джентльмены, вам придется восстановить питание. Найдите диспетчерскую на этом этаже. Ну вот, собственно, и все. Весь наш брифинг. И мы начинаем игру. Ну а пока мы переключаемся на агента-хакера. Открываем парочку дверей и видим всю картину маслом. Здесь у нас лазеры и камеры наблюдения. И, кстати, можно видеть также на радаре камеры наблюдения, угол их обзора. Они не двигаются, поэтому придется обезвреживать их электрошоковым ружьем. Вот, собственно, одну мы обезвредили и проходим сквозь дверь. Миссия, в принципе, довольно легкая, но немного геморная. Здесь всего один охранник. Мы его приманим. Это у нас агент Аргуса. В отличие от тех охранников, которые были на крыше, выглядит он немного по-другому. Кроме этого, охранника агента Аргуса здесь никого не будет. Так. Приманим вот сюда поближе. Ага, вот он перестал двигаться, и мы должны зайти ему за спину. Заходим мы ему за спину и... Ага. Захватываем и оглушаем. Если включить тепловизор, то мы можем увидеть, что он жив. Так, теперь мы должны снова отключить камеру наблюдения. Так, промазал.
Ага, вот теперь сработало. Но мы переключаемся на агента штурмовика и проходим к нашему хакеру. А здесь у нас офисное помещение с бутафорскими компьютерами. Взламываем электрическую панель. Эта панель отключает лазеры в коридоре на 15 секунд. Но они нам на самом деле не понадобятся. И вот он также показывает текст, что они были отключены. И начинается отсчет по таймеру. Давайте поближе подойдем сюда. Но мы переключаемся на нашего хакера. И я могу вам продемонстрировать, что здесь практически все компьютеры бутафорские. Ничего из них не взламывается. Просто вот для заполнения уровня. Так называемый game design. Повторно активировать электрические панели может опять же только штурмовик. Хакер почему-то этого не умеет. Так, значит, шокируем камеру, отключаем камеру наблюдения и проходим дальше. Ну а пока наш хакер прошел дальше, мы пробегаем штурмовиком и продолжаем игру за него. Так, вот, собственно, мы прошли мимо. И взглянем на дальнюю камеру наблюдения. Она должна повернуться так, чтобы нас не заподозрить. То есть камера должна отвернуться, и мы должны быстренько проскочить мимо нее. Тревога не должна быть поднята. Залезаем в окно, ну и будьте внимательны, если вы прыгнете отсюда, вы умрете, миссия завершится провалом. Перебегаем на другую сторону, в другое окно и прислоняемся к стенке. Смотрим, что здесь, оказывается, у нас еще есть камера наблюдения. Она как раз уже отвернулась. Мы пробегаем мимо, пробегаем дальше и открываем дверь. Ну, здесь наш агент останавливается. И переключаемся на другого. Вот, собственно, мы переключаемся снова на хакера. Камера, мы видим, что она уже отвернулась. И пробегаем как можно быстрее. Снова залезаем в окно. Так, мы не можем проскочить мимо камеры, так как там лазеры. Аккуратней. Вниз нельзя падать. Вот сюда, через другое окно. Вот здесь лазеры мы видим. Так, аккуратненько. Мы увидели, что камера отвернулась снова. Вторая камера уже отвернулась. Все, мы пробегаем дальше. Итак, все. Ну а здесь мы видим 4 лазера. И чтобы от них избавиться по-быстрому, чтобы не шокировать, мы кинем электромагнитную гранату. Используем, пожалуй. Итак, все камеры были отключены, лазеры деактивируются, и мы быстренько пробегаем хакером. Итак, мы переключаем на агента штурмовика и пробегаем сквозь эти лазеры. Итак, он у нас хакает вторую электрическую панель. Эта панель выводит из строя те самые лазеры, которые мы проскочили. Лазеры вестибюля она отключает. И мы видим соответствующее сообщение сейчас на 15 секунд. Это нам понадобится, чтобы сэкономить лишнее время.
Итак, продвигаемся за следующую комнату. Мы уже у цели. Ну что же, слушайте внимательно. Вам придется нажать оба компьютерных переключателя одновременно, чтобы восстановить питание лифта. Брифинг от Ламберта. И вот здесь немного геморройная часть. Итак, помните, что оба переключателя должны быть нажаты одновременно. А мы переключаемся на хакера, так как для этого выполнения действий нам потребуются оба. Итак, здесь немного геморная часть. Нам придется заморозить, переключать. Так. Сейчас у меня... Ага, получилось. Получилось с первой попытки. Отлично. Отлично. Питание лифта восстановлено, и все камеры были отключены. Возвращайтесь обратно к лифту. Задача выполнена, нам придется возвращаться в исходную точку обоими агентами одновременно. Итак, хакер возвращается сюда. Открывает дверь, и здесь небольшая проблема с лазером. Переключаемся на штурмовика. Играем за него. Итак, хакаем панель и возвращаемся к хакеру. Ну и мы видим, что лазеры в вестибюле были отключены на 15 секунд. У нас есть 15 секунд, чтобы по-быстрому сбежать отсюда. Также все камеры были отключены, но только камеры, учтите. Лазеры все еще активны, поэтому мы снова вынуждены продвигаться через окно. И учтите, если вы поднимете тревогу, заденете 3 лазера, поднимутся все 3 тревоги и миссия провалится. Поэтому здесь так это не работает. То есть задели один лазер, поднимется одна тревога. Если задели все 3 лазера, как здесь, видите, все 3 лазера, миссия сразу провалится, так как вы заденете, то есть поднимутся сразу 3 тревоги. И вот наши агенты почти достигли цели. Здесь также прямо снова активны лазеры. Вы можете наблюдать, если лазеры деактивированы, они будут мигать. Если они активированы, они, соответственно, мигают. Пробегаем. И возвращаемся в лифт. В лифт возвращаемся. Соответственно, мы играем на Nintendo DS. Версия на Engage будет совершенно другая. Какая именно, мы не знаем. Здесь, кстати, не стали делать верхний лаз, люк, с которого мы прыгали. Видимо, сэкономили на текстурах. Ну что же, для того, чтобы миссия была выполнена, завершена, оба агента должны быть в точке эвакуации, в точке назначения. Снова мы отключаем лазеры в вестибюле и пробегаем нашим вторым агентом, штурмовиком. Снова пробираемся через окна и выпрыгиваем. Да, миссия немножечко геморройная, но она довольно простенькая. Если так, здесь охранников хотя бы нет. Ну вот, мы почти у цели, мы почти на месте. Опять же, пробегаем через соседнюю комнату, так как лазеры здесь активны. Но хотя мы их можем отключить, но в целях экономии времени я не буду этого делать.
Ну вот и все, оба агента на месте, миссия завершена. И последняя вводная. Питание было восстановлено. Продвигайтесь дальше к серверу. И на этом наш второй кусочек завершается, а третий продолжает прямо отсюда. Итак, ребята, снова вернулись мы в главное меню лобби. Последний, третий кусочек первой миссии будет называться «Коррупция». Погнали. Агенты ShadowNet достигли этажа серверов, но добраться до серверной комнаты будет непростой задачей. Взломайте главный компьютер, а затем выберитесь из здания без обнаружения. Агент, вы достигли целевого этажа. Вы должны получить доступ к серверной комнате. Мы должны восстановить данные любой ценой. Время имеет решающее значение. Действуйте быстро и осторожно. Это место тщательно охраняется. Следует избегать дверей лифта. Используйте систему вентиляции, чтобы проникнуть в область. Удачи! Итак, наши агенты снова в строю. Итак, ребята, миссия началась. И мы играем за штурмовика. Выйти из лифта мы не можем. Равный как посмотреть под дверь. Но на радаре мы видим одного врага. Он находится совершенно рядом, в следующей комнате. Правда, тут немножечко непонятно. Скорее всего, лифт остановился где-то посередине между... Не знаю, как это сказать. Нет. Лифт не остановился посередине. Просто... В следующей комнате нет никакого намека на то, что за ней находится именно лифт, откуда на радаре мы видели врага. Теперь нас ждет долгое, упорное лазание по вентиляционным трубам, шахтам, каналам и так далее. Взломаем эту электрическую панель. Она нам даст возможность отключить 6 лазеров в следующем помещении. Лазерная система была взломана. Новая конфигурация лазера активна. Урк. Нам предлагают спуститься по трубе, но мы сэкономим наше драгоценное время и сделаем финт ушами, просто вот зацепимся и спрыгнем. Ну, а у нас здесь один охранник будет. И давайте мы его подождем. Да, и, кстати, я не вижу никакого намека на то, что за этой стеной находится лифт. Хотя он должен там быть. Ведь именно на радаре мы видим врага. Ну что же, пусть этот враг подойдет к нам поближе. И мы его схватим. Отлично. Схватили, оглушили. Но мы переключаемся на нашего хакера, и мы видим, что на радаре враг исчез, а значит, это было именно то самое место, откуда лифт должен, по идее, двери лифта должны, по идее, открываться. Хотя, если двери лифта откроются, там почему-то будет стена. Тупо. Не знаю, как она это выглядит на версии Engage, но, скорее всего, там что-то вырезали именно отсюда, из этой версии.
Я более чем уверен. Итак, вот, собственно, наш хакер проделывает весь тот же самый долгий путь, что и штурмовик. Сюда мы больше не вернемся. Эвакуации к лифту не будет. Да, слишком много времени отнимает именно вот это вот лазание, крапканье. Ну и не только это будет отнимать наше время. Также спуск по веревке и крапканье по трубе. Мы также спрыгиваем, как и наш напарник. Теперь мы остановимся вот здесь. Как вы можете наблюдать, эти лазеры активны. Мы пригнемся и деактивируем нижний лазер. Вывели его из строя. И пробегаем. Эти лазеры нам уже не помеха. Мы их отключили. Открываем двери. И отключаем полностью лазерную систему. Этот компьютер отключит нам всю лазерную систему, которую мы сейчас обходили. Лазерная система отключена. Хакером мы перемещаемся вот в это место. Теперь мы возвращаемся к нашему штурмовику и можем спокойно здесь бегать, прыгать. Лазер нам больше не представляет угрозы. И взламываем вторую электрическую панель. Она открывает нам следующие двери. Но тут уже большой сюрприз нас ждет. Дело в том, что в следующей зоне аж три охранника Аргуса. И мы должны их будем всех вывести из строя. Один охранник патрулирует внизу. Мы его сразу приманим. Отлично, вот он и пошел на проверку. О, нас он, конечно, заметил, но тревогу не поднял. Мы, кстати, можем также стрелять из этого положения, стрелять при помощи пистолета, но только штурмовик так может делать. Хакер так сделать не сможет. У хакера нет пистолета. Второй охранник нас будет ожидать вот здесь. Он сторожит заблокированные двери, но нам придется его приманить. Так, пистолет. Зачем я выбираю пистолет? Он мне не нужен. Так, мне нужно встать в правильное положение для того, чтобы захватить этого персонажа. Оглушаем его. Отлично. И пусть это тело остается в тени. Теперь у нас остается третий охранник. Он у нас на втором этаже. И вот здесь прыгать с этих ракурсов очень неудобно. Но у меня получилось это с первой попытки. Вроде как. Так, не надо, не так клавиши. Так, так, так. Прячемся, прячемся. Спрячемся, пожалуй. Так, охранник идет проверять. Оу. Все, он остановился. Отлично. Ну и схватим его, пожалуй. Вроде положение удачное. Отлично. Схватили и вырубили. Наш штурмовик остается здесь, в этой зоне. Отлично. И он смотрит прямо на нас.
Если вы, кстати, заметили, то у нашего хакера синий визор, а у штурмовика он фиолетовый. Мы переключаемся на хакера и продолжаем игру исключительно им. Большая часть этой миссии проходится именно с хакером. Штурмовик нам будет только мешать. Мы будем терять лишнее время. Так, хакер должен нормально прыгнуть на другую сторону. Это, к сожалению, получается далеко не с первого раза. Давай, давай, прыгай. Выходит не всегда. Так, ну что же, с этого ракурса мы должны прыгнуть. Так, опять не удалось прыгнуть. Хорошо. Снова спустимся, поднимемся точнее. Сейчас попробуем прыгнуть. Отлично. Наконец-то. С десятой попытки. Нам предстоит еще сюда снова взбираться, карабкаться. Эта дверь пока закрыта. Она заблокирована. Мы перемещаемся на другую сторону и идем к другому месту. Ну а здесь, как вы уже могли догадаться, нас ждет лазание по трубам. И долгие пролезания сквозь вентиляционные отверстия шахт. Так. Нет, это не то. Мне не нужна пушка. На кнопки иногда путаю местами. Так, ну что же. Дальше у нас играет только хакер. Здесь у нас на радаре есть еще один охранник. Правда, он за закрытой дверью, ему, в принципе, на все по барабану. Да, долгое и упорное пролезание. А вот, собственно, и он сам. Пялится в черный компьютер. Ну, вы знаете, бутафория и все такое. Но на самом деле это такой геймдизайн. Здесь все компьютеры черные. За исключением ноутбуков, конечно. Захватываем и вырубаем. Этот компьютер разблокирует нам несколько дверей. Первую, которую слева, а вторые снизу. Небольшая заставочка, показывающая, что можно уже спускаться вниз. Итак, пробегаем сквозь открытые двери по-быстрому, пока они не закрылись. Отлично. Ну а здесь у нас несколько лазеров, и они расположены по всему периметру. Мы спускаемся вниз и бежим к дверям. Противоположным дверям останавливаемся, вытаскиваем ружье и деактивируем один лазер. А, нет, не получилось, не получилось. Лазер должен быть выведен из строя. Мы должны это видеть. Отлично, вот теперь он выведен из строя. Поднимаемся. Заходим внутрь и видим, что здесь у нас камера наблюдения, помещение, закрытое помещение, туда пока нельзя попасть, но оно нам и не нужно. Спускаемся вниз и минуем камеру наблюдения таким вот способом.
А это у нас северная. Открываем двери и заходим внутрь. На следующий взлом компьютера заблокируют эту дверь, через которую мы вошли. Заблокируют именно эту дверь. И даст нам 6 минут до эвакуации. Теперь приготовьтесь. Вам нужно успеть за 6 минут эвакуироваться обоими агентами в одной и той же зоне. Ну и вот два охранника выбегают из этой небольшой комнаты. Комнату я вам показывать не буду, так как это чревато для миссии. Да и все равно она пустая, там больше никого нет. Материализовались из воздуха эти ребята. Ну и кое-что случилось, кое-что произошло. Плохие новости. Вы были обнаружены. Бегите из северной комнаты через потолок. Итак, нам нужно забраться на серверы и бежать через потолок. Мы можем, в принципе, спрыгнуть с этого ракурса, спрыгнуть вообще вниз, но тогда нам придется очень сложно. Нас обнаружат, и нам придется вырубать этих ребят. А их там двое стерегут север, а двое появились в комнате с лазером, в которой мы выходили хакером. Так, здесь нас ждет долгий спуск по веревочке вниз. И он, к сожалению, не один такой у нас еще будет. Новая информация от Ламберта. У нас есть последние данные разведки. Все двери были разблокированы. Двигайтесь к новой точке эвакуации. Нам надо экономить время, так как я играю хакером. В другом же случае, если вы застрянете, то есть если дверь закрылась бы за хакером, то штурмовик не смог бы за ним пройти. Тогда уже ему было бы очень сложно выбираться. Поэтому он нам вообще здесь не нужен. Так, опять не та кнопка. Но опять долгое лазание по этим отверстиям. Их тут наколдовали очень много. Прилично, так скажем. Но в принципе мы почти выбрались. Лазеры и камера все еще активны, поэтому и вот здесь мы видим, что двое охранников патрулируют этот сектор. Будьте внимательны и аккуратны. Вот, собственно, мы проходим сквозь это отверстие и оказываемся в этой точке. Теперь нам нужно сделать так, чтобы эти охранники ушли отсюда, а не отвернулись. Итак, вот они уже отвернулись, а значит, нам пора уходить из этой зоны. Открываем двери и быстренько пробегаем. И да, как вы уже могли догадаться, здесь нас снова ждет прыжок через эти ящики. Давайте сделаем это с первой попытки. Да, нам удалось, нам получилось.
продолжаем играть хакером. Теперь нам надо пригнуться. И здесь нас ждет небольшой сюрприз в виде двух охранников. Один, который стоит жопой к нам. Мы его сразу берем и захватываем. Так, ну а второй смотрит точности прямо на нас. Мы его должны приманить. Отлично. Вот здесь. Мы его приманили, и он сейчас пойдет на нас смотреть. Что же он там такое увидел? А мы должны его тепло встретить. Так, он остановился. Итак, заходим к нему за спину. И вырубаем. Все компьютеры в этих комнатах простая бутафория. Ничего не взламывается. Просто как наполнение геймдизайнерских элементов. На этой миссии. Здесь у нас еще один сюрприз. Охранник смотрит в окно и сторожит нашу точку эвакуации. Ну, берем и по-быстрому его вырубаем. Залезаем в окно и начинаем спускаться по веревочке вниз. Один из агентов, конечно, может спрыгнуть и сэкономить время, но тогда он точно разобьется. Мы видим, как один охранник уже отходит от окна. Мы должны по-быстрому спуститься вниз. Не останавливаясь, просто спускайтесь вниз. Как только вы остановитесь, вы потеряете время и вы рискуете быть замеченными. Это окно у нас закрыто. Здесь, конечно, будет полегче. Дальше у нас один охранник смотрит, он уже отошел от нас, и он начинает смотреть в противоположное окно. И это нам на руку. По-быстрому спускаемся вниз, также не останавливаясь. Отлично, мы успели. Хакер достиг точки эвакуации. Да, слишком долго они спускаются у нас вниз. Отлично. А вот и сама точка. Ну, учтите, если вы спрыгнете отсюда вниз, грохнетесь, умрете, миссия провалится. Хакер в зоне эвакуации. Переключаемся на нашего штурмовика. У нас остается 2,5 минуты, чтобы добраться до хакера и эвакуироваться вместе с ним. Мы можем спрыгнуть. Хакер нас вылечит. Сэкономим наше время. Но я этого делать не буду. Нормально спустимся по веревке, как все люди. Но мы используем противоположную. И начинаем спускаться вниз. Итак, первое окно у нас закрытое. То есть здесь спускаться, по идее, гораздо легче. А вот следующее окно будет уже открытым.
И здесь находится охранник. Он тупо смотрит на пустой стол. Просто не останавливаясь, спускаемся вниз. Иначе он там шевельнется и пойдет к окошечку посмотреть, что там происходит. Так, осталось последнее препятствие. Это у нас вот эта зона. Просто продолжаем спускаться вниз. Не останавливаясь. Нас не должны заметить. Отлично. Просто без остановки спускаемся вниз. Ну вот и все. Мы достигли точки эвакуации. Оба агента на месте. Хорошая работа, парни. Миссия завершена. Фух. Да, мы это сделали. Но играли мы на компьютере с помощью эмулятора Melon DS в игру для Nintendo DS. Splinter Cell Теория Хаоса. Melon DS версии 9.2. Оставайтесь с нами. С вами был Шоу 25. Счастливо.